Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости канала MGames, с вами Андрей Броскей, и мы продолжаем играть в Destiny на PlayStation 4. Наконец-то я опять-таки добрался до этой игры, просто времени уже прошло масса. Хотелось мне очень ее поиграть, и даже сегодня я начинаю трансляцию с опозданием, к сожалению. По сути, я потерял 40 минут времени игры и, конечно же, задержал вас на 40 минут, но вы не обессудьте, я не специально это сделал, промучился с компьютером после обновления до Windows 10, теперь сплошная морока у меня, половина, я не знаю, что с ним происходит, но половина ничего не работает. Окей, давайте не будем затягивать, вот он мой игрок Титан, вот этот клевый парень с прической, но мы продолжим играть все-таки за моего персонажа 9 уровня. Игру я только начал, я думаю, в курсе те, кто следит, в курсе. Ну, думаю, будет, должно быть интересно. The Iron Banner, Limited Time Event. Ага, тут у нас есть ограниченного времени события. To prove themselves, значит, Iron, металлический какой-то баннер, призывает защитников доказать, что они... Блин, так, сейчас надо прочитать полностью. Ага, я понял. Зазывают нас провести Crucible, это у нас борьба здесь идет с другими игроками, в общем, PvP. В общем, призывают, и докажите, что вы круты. Но я думаю, с 9 уровнем не рано еще здесь с кем-то связываться, потому как... я совсем мало поиграл. И по сравнению с другими игроками я очень-очень... новичок совсем. Так, установить направление. Но я вообще на башне там остановился прошлый раз. Давайте там по ней побегаем, потому что там очень много можно устроить болтовни. Сейчас этим и займемся. Лежит передо мной список, блин, того, что я сегодня не успел сделать. По видео и по записи видео и по трейлерам. И я просто понимаю, что даже завтрашнего дня, четверга, мне, к сожалению, не хватит. Релизный трейлер I'm Setsuna. Новый трейлер Worms, Tomb Raider, Anniversary Edition, Mafia. Третий вышел новый трейлер. Когда просто, когда это все делать? А так хочется поиграть. Окей. Упали мы с потолка. Или с неба. Хай. Жалко, что он не зигует. О, дэнс, дэнс. Тут в цветочках мы будем веселиться. Так, new item ever. Я внизу это сообщение, оно висело уже огромное количество времени, я не обратил на него внимания. И собрался только читать, и оно сразу исчезло. Так. Буквально 20 секунд, друзья, и продолжим. Снова мой полурабочий комп. Нужно проверить, что здесь нам выдает. Все-таки надо подключить чат, конечно же, и тогда мы смело, смело сможем играть. И общаться. Что, конечно же, немаловажно. Но окей, я думаю, все должно быть нормально. Надеюсь, не будет идти параллельно звук, вроде бы я потушил. Так, вот давайте поговорим с этим парнем, с Кади. Я не помню, в прошлый раз с ней беседовал или нет. Special Orders. Sterling Treasure Mystery Bag, Legendary Contain One Guardian Item and up to 4...
Non return был. Этот объект не подлежит возврату, но он, по-моему, бесплатно мне достается, поэтому возвращать его и смысла-то нет. Goodbye. Так. Нам парень. Ты пойдем со мной. Так, а что у нас есть? А, можно еще сидеть тут на траве. Окей, как встать? Встают они, конечно. Это здорово. Я на это внимание обращал еще, когда я играл в демку. Гляньте. Хоп. Там, ну, очень-очень-очень круто. Так, больше бесед. Вот с этим парнем. Мастер Рахуль. Мастер Рахуль, что ты нам расскажешь? Давай поглядим, что ты там нашел. Grum, the code, shield light on lost history, select and Grum. Ага, это я, получается, с призраков все, которые мои были подобраны, такие, ну, назовем голограммы. Он их у нас расшифровывает. Ну и расшифровка происходит каким образом? Я это просто не знаю, поэтому я буду это озвучивать. Получается, найдя вот голограмму эту с погибшего призрака, да, с погибшего призрака, который оставил предыдущий защитник, мы получаем новый лут, скажем так. Mode of Light, Mark of the Beacon, новые ботинки, Gwalior Type 0 и новое ружье, Валка SRT. А, еще что-то даже. Сахара R30. Окей, сдали мы все, что нашли, получили взамен. Теперь я так понимаю. Ой. Как нам посмотреть то, что мы получили? Ага, вот оно. 46 defense. Нужно сравнивать. Секунду, не могу я. Show damage types. Как их сравнивать? Какая кнопка? Какая кнопка? Equip. Ладно, давайте так. В общем, у меня 39 защита установлена сейчас, а тут у нас 46 аж защита 9 уровня, я подхожу как раз. И плюс 6 силы добавляет. Ну, неплохо. Можно смело менять. И ботинки там новые были какие-то, вот эти, наверное. Дисциплина плюс 9, 42, тут защита 45. Окей. Окей, устанавливаем. А, и кстати, Mark of Zryson. Кнопка R2 сравнивать. Ёптыч. Вот именно это слово я должен был употребить. Не увидел я R2, думаю, я L2 нажимал, всего лишь R2. Ну, я думаю, есть смысл ставить последнюю 45 защиты. Что там думать? Окей. Окей, дальше. И новое ружье. Вот оно. Сравниваем с тем, что у нас установлено.
Ну, блин, достаточно здорово, насколько я вижу. Тоже ружье. Я сори за то, что затянул. Я с обзором, ну, со сравнением оружия. Так, ну. А давайте. Давайте ее прихватим. Еще что-то новое. Fusion Rifle. Интересная какая-то. Отличается она, получается, здесь. Там огонь, атака, но тут быстрее перезаряжается, дальше дистанция, больше магазин, мой мощнее атака. Меняем. Все, с этим все ясно, где нам дальше, где, куда нам двигать. Показывает нам GPS в эту сторону двигаться. Давайте не будем задерживаться. Как туда попасть? Под лестницей, над лестницей. Нет, вот вроде бы все ок. Блин, блин. Ну куда он показывает? Так можно пробегать тут бесконечность. Вот это вниз идет, да. Вот это правильный маршрут. В общем, свой маршрут. Опаньки, лорд Шакс. Да-да, привет. Что ты мне? Дай мне что-нибудь бесплатно. Defeat opponent guardian and control match while your team holds at least two control zones. Почему нет? Держать две зоны, в общем, уничтожать других защитников, пока твоя команда удерживает эти же зоны. Ну окей, пусть будет этот квест. Get out there. Взяли мы этот квест, не знаю, можно ли будет его выполнить без... Можно ли его выполнить без плюса, это вопрос. Так, артикл, как был. Дальше. С завалом мы еще поговорим, что он нам расскажет. Так, город вас благодарит, хранитель. Он еще стоит, этот город до сих пор цел, благодаря таким же защитникам, как ты. Есть, мы выполнили квест. Так, а это что у нас такое? Это мы за квесты можем получать. Интересные ботиночки. По сравнению с моими явно они получше, но там требуется 10 уровень.
I want to see this armor kept in good condition. Хм. Блин, ну не тот шлем я купил. Ну как так? А, это 10 уровень, все. Значит, тот купил. Да, спасибо, спасибо, друг, до свидания. Давайте шлем переоденем и бежим на миссию. Сравниваем, это 39-43. Есть. Больше у нас защита. А что нам еще нужно, как кроме как крутая защита, правильно? Ну, еще хороший танец нужен. Тут. Все окей. Ребята, там 40 уровня. Все 40 уровня. Я тут реально ребенок просто. По сравнению с ними. Я бы, конечно, в мультиплеер заскочил, но мне хочется, конечно, потренироваться еще в самой игре. Интересно мне сюжет. Я давненько сюжетного ничего не играл. Ну, как я играл Metal Gear недавно, ну, блин, там сюжетом так помазано рядом. Это печальная ситуация. С металлом, я считаю, но окей. Set Destination. На Луну. Почему у меня миссии, блин, не открыты? Или я не вижу их? Или я просто делаю что-то неправильно? Так, вот у нас есть квесты. Допустим. Если я его отметил и мне покажет где-нибудь на карте, где его можно выполнить, что-то я не наблюдаю такого. Понятно, тут нужен PlayStation Plus. Так. Двигаем, короче, на землю. Снова надо было не улетать с этой башни, по всей видимости, там вся соль. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Да неужели он прилетел? Я уже просто чуть не заснул. Окей. Хопаньки, привет. Давай, дэнс, ее. Не, я хотел... Не-не-не, садиться не надо, я хотел рукой. Ты! Давай, танцуй. Это прикол. Так, что он этот парень тут делает? Хо-хо.
This is beautiful. This is like music. Так, нам явно показывают, куда бежать этот ромб. Надо туда сбегать. Может, наверх? А нет. Не наверх. Хопа. Интересно. Ага, не-не, влево надо. Надо нажимать. Там отметила в журнале, какие я действия совершил, помахал кому-то. What a sight. There is still so much more ground to cover. Так. The speaker. Говорун. Голос путешественника. Ну что, может, ты мне дашь задачу какую-то? We have much that could help. Я могу выменивать материалы. A powerful tool for a powerful guardian. Мощный инструмент для мощного защитника. Что ты там я наменял, что я сделал, пока мне непонятно, дальше будет видно. Поговори с Gunsmith to collect reward, чтобы забрать награду. Ну, давайте поговорим с оружейником. Лучше бы он дал мне не награду, а квест какой-нибудь интересный, потому что что-то я без толку туда-сюда бегаю, это мне уже начинает порядком надоедать. Ты, давай станцуем. Он занят беседой. Ладно, что у нас тут за награда? You shall brawly, the moon. И выберите награду. Хм. А вот ее можно как раз сравнить с тем, что у меня установлено. Ну, что-то так себе награда. По сравнению с моим оружием как-то бедненько, или что, или его вообще взять нельзя. А, ну это no space, у меня уже места нет для куда положить оружие. Так, ну давайте избавляться от трэша самого там первого. Давайте быстренько освободим слот. Да ладно. Игра, учи меня, что мне делать. Как мне место освободить? Может, я выкинул, наверное, не то оружие получается. Ну, 17-го. Ну, вот это вот еще давайте. Дизмантл. Ура. Тридцать восьмой уровень нужен, ничего себе. Ну, до 38-го мне еще долго. Кстати, пульс райфл, ничего так. Требуется 10-й уровень, правда, для нее, но по показателям неплохо. Все, я забрал.
забрал оружие, окей. Что-то он не веселится совсем. Тут у нас какая-то доска. Доска квестов. Ага. Это у нас просто получается такие как разминочные, скажем, ну чё. Берем все. Надо было сразу набрать этих квестов, я так понимаю. Что-то я был не в курсе, что их можно подбирать. Voice channel of tracked items. Больше квестов надо. Так, инвентарь, характер, так, наш герой, квесты. Вы можете только 4 объекта одновременно отслеживать. Куча материалов, я пока... Вот честно признаюсь, пока я не разобрался, что тут к чему. Я хочу, блин, квесты интересные. А мне The Tower of Hunger. Давайте туда сбегаем, в эту башню. Здорово, я прибежал сюда, и что? Хм, а это у нас эмоции можно, да? А почему я не могу их выбирать? Да, абсолютно. И no way. Ни в коем случае. Да. Чем-то тут еще можно было взаимодействовать. Музыку выбрать. Ты Дэнстон.
На диван ее сюда нельзя зацепить, подружку эту. Подружка? Да, подружайка с такой некислой задницей. Тут у нас женский клуб. Что-то они так на меня подозрительно посмотрели. Не будем им мешать. Так, а чё я бегу назад? Надо на орбиту дергать. На Луну нам нужно отправляться. Наконец-то. Наконец-то новое сюжетное задание. Я уже было просто действительно озадачился, как начать двигаться That ghost we recovered found a library in their fortress called the World's Grave. It's said to hold everything they know of Earth. If you can get us down there, I'll steal all I can. Ну, делов там. Как нас отправишь, доставишь на место, так мы там все и своруем, сказал гост. Ну, окей. The World's Grave is deep in their fortress, but according to the ghost we found, there's an ancient knight who protects it. I can lead us to him, but you'll have to face him to find the grave. Блин, набрал оружие. А, ну его всегда сменить можно, окей. Потом у нас стрелок, блин, ворошиловский. Сейчас мы их переложим всех. Окей. Я в правильном направлении двигаюсь. Отлично. Правда, уже посещал я эту, назовем это какой-то, ну, пирамида, что-то у меня ассоциация. Уже не раз, посмотрим, что ждет нас теперь в этой локации. Filled with all sorts of chambers and catacombs. Парень, кстати, 10 уровня тут тоже бегает. Не-не, садится. Времени нет. It's a whole necropolis down here. Thank you.
Отлично. Отлично, отлично. Ненавижу я этих лизардов. Нет, ему закинуть гранату туда. Блин, прилетели. Бежала их дофига. Ух ты, блин. Да, давай, блин, прячься. Что за фигня вообще такая? Воу-воу-воу-воу-воу! Фига себе! Это, блин, снаряды жесткие просто. Кто таким стреляет, я пока не разберусь. Так. Прикол, следы, есть ноги, ноги — это хорошо. Так, рядом рыцарь, и он мощный. У него ключ от гробницы, нам придется его убить. Окей. С этими ребятами все ясно, что там дальше. Блин, они ставят эти щиты.
оттуда умрёт. Да когда ж ты помрёшь? Забором там у нас. Какие-то неприятные личности, как туда попасть. Ага. А вот он и рыцарь этот. И он действительно, действительно жесткий. Ну, надо немножко сначала проредить второстепенных персонажей. Ну, в общем-то. This is the key to the grave. I know where we're headed. И рыцаря мы тоже проредили неплохо. Сюда, но мне хочется немного здесь поглядеть. Так. Не бегут они дальше. До определенной какой-то точки они подбежали. Решили дальше не дергаться. Ну ладно, в ту сторону идти смысла нет. Стрелка явно показывает нам противоположное направление. Двигаемся туда. This should lead us right to the grave. The world's grave. Not ours. Забываю я, что у меня есть еще специальное оружие. Вот, но его бы было нужно раньше перезарядить. А вот и гробница, назовем это так. Не очень приятные звуки тут слышны. Ого, ребятушки. Какие они злобные оказались.
этими ребятами все ясно. Они стали историей уже. Как, в общем-то, и парочка этих ихних друзей. That's it. There it is. Так, ну вот мы на месте. Чего это они тут ждут? Они молятся. Ну, придется прервать их молитву. Что поделаешь? Улучшение открыто. Замечательно. Так, ну что там, по-моему, никого и не осталось. Deploy Ghost. Давай, разузнай, куда это мы попали. When I break in, they're going to come after us. Make sure you're ready. За нами придут. Да, в такие моменты понимаешь, что лучше, конечно же, играть здесь. Не самому. Парни близко, нельзя их подпускать. Блин. Рыцари эти жуткие. Mission complete. Окей. Окей, I've got it all. There's unbelievable stuff in here. The Hive have seen thousands of worlds taken by the darkness, and they've been seeding Earth for centuries, waiting for their gods to return. I'll warn the city. Let's get out of here. Ну что, выбираемся отсюда, я так понимаю, можно... А, Mission End через 2 секунды, тут даже делать ничего не нужно. Нас сразу на орбиту и закинут. Наконец-то у меня 10 уровень, можно смело продолжать. Награды, новое ружье и новый шлем. Давайте посмотрим,
Какие у нас тут есть улучшения? Вот, пожалуйста, Overload. Reduce Storm First Cooldown. Hits with Storm First have a chance to immediately reset cooldown. А, есть возможность, получается, кулак наш моментально перезарядить, грубо говоря. Ну, давайте, почему нет? Нормально. Что у нас за улучшение для винтовки? Ага, мы сможем, получается, видеть дальше через прицел, если мы присядем. Ну, почему нет? Давайте улучшим, раз я пользуюсь ей. То, что делать. Остается только улучшать. Мне, видимо, нужно здесь поговорить с главным, назовем его так. It's good to see you again. С этим, с динамиком. Спикер переводится как динамик. Получил я нового госта, что ли? Сейчас посмотрим. Ну-ка, давайте посмотрим. Вот он. Так, ну с ГОСТом понятно, мы сменили. А что у нас тут с оружием? У нас тут нового оружия просто тьма тьмущая. Я даже не обратил на это внимания. Сразу на орбиту и отправляемся на новое задание. Есть у нас еще одно улучшение. Давайте глянем, что это такое. Increase reload speed. Да, конечно же, скорость перезарядки оружия повышена.
снова на Луну и новая задача. Urgent transmission incoming on all channels. From the speaker. Nothing is more important now. We believe the Hive are engaged in a ritual that is draining the Traveler of its light. Whatever power they wield must be understood. This ritual could be happening in any one of their thousands of chambers. If we can find cracks deep enough, I can map the entire Hive Fortress. Okay, good scan, but not enough to locate the ritual yet. Let's keep looking. Блин, ну потрясающие, конечно, виды здесь. Я забываю, что не стреляет у меня этот мопед. Стрелял у меня только тот, который я подобрал. Он был, видимо, прокачан там до определенной степени. Назад. Какие тут эти лунатики не очень-то приветливые совсем. То, блин, из меня выстрелил. Так жестко. Что за пещера? Что за фигня? Мне кажется, он одинаково, что ехать на мотоцикле, что бежать сейчас. Жалко, метры не показывают, сколько у нас до цели.
гадки притаились на противоположной стороне. Да и не только. Продолжаем сканировать разломы. Hold on. I got it. But we have to go deeper into the Temple of Crota. Но нам нужно отправляться дальше, вглубь башни, окей. Блин, он меня напугал, я аж, фух, мне аж самому хотелось рукой дернуть. Не просто R1 нажать, а аж махнуть. Так, он выскочил, блин, неожиданно. Не ожидали, ребята, такого сюрприза. Ну, Луна такое заброшенное место, скажем так. Я смотрю, население тут какое-то стрёмное обитает. Это он у меня странно ездит, мотоцикл, вот. Или он так ездит, и мне кажется просто, что что-то не так. Я испугался реально только что своей тени. Собирался было уже стрелять. Так, окей, нам в любом случае дальше двигаться. Немножко тут я их проредил, но нам еще бежать и бежать.
Где-то здесь наша цель. Может быть, внутрь этого здания. Так, а нет, стрелка вообще в другую сторону показывает. Что-то я немного заблудился. Someone's trying to establish contact. Could be the speaker. Let's get out in the open. I'll have a better chance of locking this signal. Так, ну я не знаю, почему он решил, что если мы сюда ближе к этой башне подойдем, то сигнал улучшится, но посмотрим. You're interesting. Not entirely interesting, but you have promise. Who is that? I don't know. I'm losing the signal. Guardian, I know what you're about to do. It's brave. But there are enemies out here you would not believe. Out where? Go down and face the hive. And if you live, come find me. Signal dropped. В общем, нам нужно будет спуститься вниз, и если мы выживем, тогда нам нас... В общем, нас пригласят на аудиенцию, скажем так. Окей. We go down. Что мы будем делать теперь? Мы пойдем вниз. Ну, не первый раз я уже забегаю опять же в эту локацию. Это немножко... Не совсем здорово. Привет, Огр. Великий, могущий Огр. Так и пока что я не понял, а здесь есть респаун или нет. Ну, скорее всего, есть. То есть тут. Не получается прям взять и расстрелять их тут всех. Стрелять их всех, сидя на месте. Так, ну это не проход, нам вниз. Все ниже и ниже мы спускаемся. Все выше и выше уровень у противников. Это какой-то корабль тут у нас. Но если есть распаун, то он, вот я возвращаюсь к этому разговору, то он такой пока что мне непонятный. То есть вроде можно всех перестрелять.
А вроде как и нельзя. Ну, понятно. Давай, визард, визард, подыхай. Постигаю премудрости Destiny. Cedar, just like the ones invading Earth. If we don't finish this, there'll be more of these hitting home. Знаю, у нас можно купить опасно. Я не помню там почем она. Гривен 45, наверное. Там тюбик. Там есть большой тюбик, есть шприц одноразовый, но у нас есть точно продажи. Ну, еще раз повторюсь, Макс, я просто не помню. По-моему, от 45 гривен там зависит ну, размер, объем. Блин, не нравятся мне вот эти парни с молотками, которые бегут наверх. Создают какие-то ужаснейшие просто звуки. Пожалуйста, пожалуйста. Меня я просто помню точно, Макс, 100%. Есть, она лежит там, блин. Ну, я просто не помню, цена. Причем цена. Но было недорого. Единственное, что я буду теперь аж в субботу. Если тебе не к спеху, то я бы хотел, чтобы ты, конечно, ко мне заглянул. Но если к спеху, то ты уже сам решай, как тебе там удобней. Выстроились в ряд. Ой-ой-ой, блин. Вот этих вот совсем я не приметил.
взять. А можно поменять, кстати, оружие сейчас? А, тю. Вообще без проблем. Ай, ай. Получается, ну, не становится на паузу игра. Как-то они так поставили. Получается, и ближнего боя оружие, и дальнего. Ну, как в одном слоте. То есть либо снайперка, либо ближний вот этот вот расщепитель. Это, кстати, ствол, ничего такой тоже. Darkest of all the Hive's chambers. Убить ведьм 3 штуки. Давайте мы им сразу гранату туда. Блин, я надеялся, что будет сейчас написано убить 2 ведьмы уже, но нет. Эти дряни еще живые все. Ай, да что это такое? Надо прятаться. Что это такое? Что это за знак был? Ого. Перезаряжай давай быстрее. Блин, где еще одна ведьма? Живая вообще. Парень видал, видать, не знал, что я убежал оттуда и стрелял за ту колонну. Вот теперь он знает явно, где я нахожусь. Но это его не спасет. Зачем они так жутко ее сделали просто, эту игру? Эти крики кошмарные. Thank you.
Вот, блин, это еще не конец. Вот, блин, этот чертило. Ой-ой. Но он оказался, честно говоря, слабее, чем я изначально подумал. Investigate shard. Ну что ж, исследуем. Давай, гост, проверяй. What is this thing? It's a shard of the traveler. They were using it against the Traveler, devouring its light. But we freed it. And our new friend said there are enemies on Venus worse than this. Great. Отлично выполнена миссия. Посмотрим, что там за следующее задание будет. Ну что, возвращаемся в башню, посмотрим, что нам там расскажут.